Еще есть онлайн, там группа. Но вас не видно. Вот кто здесь становится, того будет видно. Когда больше людей, я вот так становлюсь, и тогда до 7 человек может прийти. Так, садимся. Еще сегодня двое обещали. Ну, может быть, один свет она опаздывает, а Лиля, наверное, вряд ли сегодня дойдет. Такой погоды. Так, садимся, ноги скрещиваем, спина прямая. Руки складываем, девочек левая сверху, и большие пальцы соединяем, кладем ниже пупка. Так, чтобы чувствовать низ живота чуть-чуть подтянут в легком тонусе, сильно не втягиваем. Плечи расправляем, макушка вверх, подбородок чуть вниз, чтобы шея выпрямилась сзади. Глаза прикрываем и опускаем взгляд как вот на зону солнечного сплетения маникюра чакра. Сжимаем корневой замок, мулабандха, то есть промежность сжать, тянуть внутрь как бы и удерживать сжатие в этой зоне. Но постепенно будет ослабляться, а потом опять сжимаем, стараемся внимание держать на этой зоне. Свободно, свободно глубоко дышим, верхней частью живота. Низ чувствуем руками, низ у нас живота неподвижен. Верхней частью вдыхаем, живот вперед. Вверху выдох, живот в верхней части подтянулся. Так свободно дышим, смотря вниз на область солнечного сплетения. Свободно глубоко. Настраиваемся. Отпускаем лишние мысли и выстраиваем внутри ровную линию. От промежности до макушки. Внутри тела должен такой стержень почувствоваться, прямая линия. Вдох, выдох, свободный, глубокий, полный. Поглубже, поглубже делаем дыхание. Осознанно каждый вдох и выдох. Вот, приглядим. Еще раз поглубже вдыхаем. Вдыхаем приблизительно половину объема легких. Руки кладем на колени, соединяем указательные и большие пальцы, ладони вверх развернуты. И делаем капалабхати, импульсное дыхание, резкий выдох. Живот подтягивается, вдох, живот опускается.
Хорошо, достаточно. Глубоко вдыхаем носом до 5 ударов. Раз, два, вдыхаем. Три, четыре, пять. Выдох, медленно. Раз, два, три, четыре, пять. За выдохом наклон вперед. Задержка после выдоха и втянуть живот вакуум на задержке после выдоха. Статически. Максимально живот втянуть и удерживать. Дыхание задержали после выдоха. Нажимайте корневой замок, а подбородок старайтесь прижать к груди, к ямке, которая под горлом. Сюда мы стараемся упереть подбородок, держим задержку, еще чуть-чуть. Максимально втягивая живот перед вдохом, делаем до выдоха живот вытолкнуть и вдыхаем носом. Раз, два, медленно вдыхаем, три, вдыхаем, четыре и пять. Задержали дыхание на вдохе, раз, два, три, четыре, пять. Спина ровная, ртом всасываем воздух, раз, два, подкачиваем легкие, три, раздуваем их, четыре, еще раз. Задержка, выпрямьте шею, шея сзади прямая, корневой замок сжат, живот подтянут. Еще. Втягиваем воздух. Раз. Два. Максимально расширили. Объем легких. Три. Четыре. И пять. Сдержали дыхание. Расслабьте плечи, шею. Руки расслабьте. И простукиваем над грудью. Слегка по бокам. Расслабленными кистями над грудью. По бокам. Над грудью. По бокам. Над грудью. По бокам. Хорошо. И выдыхаем теперь медленно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Задержка после выдоха. Подтянуть живот. С прямой спиной теперь. Недолго. Три, четыре. До выдох. Вдох свободно. Глаза вверх. Выдох, глаза вниз. Мы представляем со вдохом поток от промежности вверх к макушке. Выдох, глаза вниз. И поток от макушки вниз к промежности. Вдох снизу вверх, сжимаем сильнее на вдохе корневой замок, замок у лобанку. Выдох, глаза вниз, внимание вниз. Выдох. Дыхание как в трубе движется снизу вверх на вдохе, с выдохом сверху вниз. Вдох, снизу вверх. Выдох сверху. Вдох, снизу вверх. Выдох сверху. Еще раз, поглубже вдыхаем. Выдох. В свободном режиме. Сейчас прогибаемся, подталкиваем грудь вперед, подбородок чуть вверх, носом вдыхаем, выдыхаем через рот и язык наружу. И теперь вдох и выдох ртом, наклонившись вперед, подбородком прижимаясь к груди, языком вытягиваясь к груди. Все время тянем язык наружу, дальше, дальше и дальше. До боли в горле. Это, вначале это очень неприятное упражнение. Болит горло. Но мы продолжаем. Очень полезно для органов в районе горла, желез, гортани, глотки. Глаза направлены в область межбровья. Дыхание свободное, максимально глубокое. Симхасана, дыхание льва называется. Активизирует кровоток в области горла. Исцеляет эту зону, если есть там проблемы. Дыхание свободное, максимально глубокое. Еще раз вдыхаем поглубже. И выдыхаем. Вдох, поднимаем голову, втягиваем язык, вырубаем воздух, раз, два, еще раз,
Сдерживаем дыхание на вдохе, сглатываем слюну, расслабляем горло и выдыхаем носом. Медленно полный выдох. Начинаем под мой счет медленно, очень медленно вдыхать. Вдох, два, три, до 32, 4, 5, либо до 16, если тяжело, либо до 8, тогда сами считайте. 7, 8, вдыхаем, 9, 10, 11, продолжаем вдыхать, 12, старайтесь расслабиться, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, выдох, медленно, 2, 3, 4, 5, стараемся расслабиться, 6, 7, 8, 9, 10, выдыхаем, 11, 12, 13, спина ровная, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 24, 20, 26, 20, 28, 29, 30, 31, 32, еще раз вдох, медленно, 2, 3, 4, можете короче делать дыхание, 5, 6, но сами отсчитывайте, 7, 8, 9, насколько хватает сил. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 24, 20, 26, 20, 20, 21. 30, 31 и 32. Свободное дыхание. Приятное состояние в голове, во всем теле. Хорошо, распрямляем ноги, упираемся на руки перед собой, брюшная помпа, агни саратхаути, очищение огнем, руки под плечами, ноги на ширине таза. С манипуляцией животом будет динамическая помпа, динамический вакуум. С прогибом мы делаем вдох, копчик вверх, с выдохом опускаем голову, округляем спину, задерживаем дыхание после выдоха. И на задержке после выдоха живот втягиваем, выталкиваем. Туда-сюда, туда-сюда работаем животом. Сколько хватает задержки дыхания? Шея должна быть расслаблена сзади. Желательно 27 повторов. Делай тогда в общей сумме, получится 108. Перед вдохом до выдоха живот вытолкнуть, прогнуться, 3 дыхания. Свободных. Шею не зажимаем здесь, смотрим пол, чтобы шея была ровной, чтобы не препятствовать кровотоку по задней поверхности шеи к мозгу. Вдох. Три дыхания дышали, поглубже вдох. С выдохом округляем спину. И опускаем голову, расслабляем шею, задержали дыхание после выдоха и прокачиваем, тягиваем вот так, тягиваем, массируем брюшные органы, активизируем кровоток, дура,
Делаем, делаем, делаем. Перед вдохом до выдоха живот выталкиваем. И несколько раз дышим. Юр, лицом вот так. Хорошо, отдышались. Делаем третий повтор. Округляем спину, расслабляем шею, задерживаем дыхание. Перед вдохом до выдоха. Не, мы прокачиваем сначала перед... на задержке после выдоха. Третий повтор. Хорошо, погиб. При дыхании, свободно, глубокий. Дышались и один. Еще повтор. Поглубже вдох. С прогибом в спине, копчик задирая. Выдох, опускаем голову вниз. Задержка дыхания. После выдоха и прокач. Перед вдохом, да, дальше вот выталкиваем, прогибаемся, при дыхании. Ставим колени вместе. Вот. Правую ногу в сторону, носок на себя. Выталкиваем ногу в сторону. Динамическое упражнение. Оттягиваем носок, подтягиваем колено к подмышке. Раз. Носок на себя, вытолкнуть пятку, оттянуть носок, колено подмышки. Два. Ногу вниз не опускаем. Три. Как бы отталкиваем ногой, потом загребаем. Четыре. Вытолкнуть. Пять. Это лучше лицом к зеркалу. Стань, будет лучше. Там не видно. Хорошо. Семь. Работает ягодица, правый бок. Еще раз. Хорошо. Опускаем ногу, уводим ее назад, поднимаем вверх. Эту же самую правую. Носок оттяните. Шея ровная, таз закрыт. Выше, 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 выше ногу. Носок мы садим, тягиваем на себя, пятку выталкиваем, поднимаем вверх левую руку. Разноименную. Два. Опускаем руку. Ногу правую вперед. Оп. Так, чтобы колено смотрело прямо. А левую выпрямляем сзади. Край сна. Подъем левой руки. Прогиб. Так, сюда вот на сторону согнутой ноги не падаем. Ровно сидим. Вес больше на сторону выпрямленной ноги. Выдохом руки разводим в сторону. Грудь выталкиваем, сжимаем область лопаток, сводя их поуже, выталкиваем центры ладоней, отталкиваем живот вперед, подбородок приподнят, ладони вперед, вперед смотрят, и выталкиваем центры ладони, выдох, вдох, руки вверх, выдох, потянули за руками, работаем мышцами вдоль позвоночника, вдох. Локти выпрямляем, кюрши, речтите руки. Опускаем руки вниз на пол, вдох. Уходим. Выдох.
Колени ставим вместе, отталкиваем. Два. Толкаем, толкаем, толкаем пол. И с выдохом эту же правую ногу, которая у нас была впереди, подтягиваем к лицу. Вдох, стараемся достать коленом до области межбровья. Выше, 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 до области межбровья тянем ногу. Выдох. Опускаем ногу вниз, вдох, прогиб. Выдох. Копчик вверх, шею сзади не зажимаем. Левую ногу. Тягиваем носок на себя. Выпрямили, оттянули и колено подмышки. Два, не опуская ногу вниз. Второе. Три, носок работает, ягодица работает. Пять, вниз колено не опускаем, Юр. Все время вверху колено. Шесть, подтягивай подмышки, подмышки. Семь, это там согнутое положение. Ага. Восемь. Девять. Еще раз. Есть. Хорошо. Опускаем ногу, оттягиваем носок, уводим ногу назад, вытягиваем, упрямляем левую ногу сзади. Вдыхаем. Выдох. Носок натягиваем левой на себя, пятку отталкиваем, вдыхаем. С выдохом поднимаем вверх правую руку, разноименную. Ну, таз закрыт, шея ровная. Руку повыше, ногу стараемся поднять, выдох. Хорошо, опускаем. Вдох. Носок оттягиваем, левая нога вперед, правая назад. Выдох. Вес на сторону выпрямленной ноги. Но. С выдохом руки вводим в стороны, лопатки сводим. Грудь толкаем вперед, ладони смотрят прямо. Впереди у нас левая нога. О. Плечи назад. Чувствую мышцы вдоль позвоночника, особенно в районе лопаток должны почувствоваться. Выдох. Подбородок приподнят. Корневой замок сжат, вдох, руки вверх, выдох, потянулись руками вверх, стараемся выпрямить локти. Юра, локти выпрямлять чуть через руки, ладони друг на друга. Выдохи еще назад, 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 потянулись, опускаем руки вниз на пол, вдох, представляем колени вместе. Выдох, исходное положение. Отталкиваем пол от себя, округляем спину. Вдохнули. И левую ногу, которая была впереди, сейчас подтягиваем коленом к лицу с выдохом. Да. Тянем ногу вверх. Выдох. Хорошо, вдох, опускаем ногу вниз. Уходим руками вперед. Выдох, носки прямо на ширине таза. Верхний упор, локти присогнуты. Вдыхаем. Раз подвернут, вдох, копчик. У нас подворачивается вниз, чтобы плоская была поясница. Вдох, колени напряжены, чашечки коленные подтянуты, выдох. Мышцы живота должны здесь работать. Еще раз вдыхаем. Гибаем колени вдох, уходим собаку мордой вниз. Выдох, носки на ширине таза стоят, колени можно присогнуть, копчик вверх, лопатки сводите, ослабляйте шею, выдох, вытягивайтесь за копчиком,
Грудь толкайте к коленям, живот к бедрам. Выдох. Поднимаем вверх правую ногу, сгибаем ее в колени и разворачиваем правое колено вверх. Вытягивайтесь. За коленом плечи ровно, не разворачивайте плечи. Два. А таз разворачивается, плечи ровно, таз разворачивается, начинает тянуться здесь правый бок. Выдох. Ну, помимо того, что тянется нога, все остальное, что в собаке, мордой вниз. Вытягивается, еще раз вдыхаем. Ногу максимально согните в колени, максимально, и выдох. Хорошо, стопы вместе, вдох, плечи вперед. Ногами уходим чуть-чуть назад, если вы представляли стопы вперед. Верхний упор снова. Вдох, таз подвернут. Колени подтянуты, выдох, выталкиваете пятки назад. Вдох. Выдох. Шея ровная, не зажимаем шею. Вдох. Не плечи над ладонями у нас, над ладонями верхний упор. И еще раз вдыхаем. И выдыхаем. Сгибаем колени, уходим в собаку. Стопы слегка вперед, копчик вверх. Локти слегка присгибайте, чтобы не было переразгиба в локтях. И потянулись за копчиком. Колени можно присогнуть, живот должен касаться бедер. Вот, еще раз. Поднимаем левую ногу, сгибаем ее в колени, разворачиваем коленом вверх, плечи ровно, таз развернулся. Выдох. Вдох, еще раз. Хорошо, выходим из этого положения. Вдох, плечи вперед. И ложимся на живот с выдохом. Вот. Пятки вместе. Пальцы рук разворачиваем на себя, локти вперед. Приподнимаем ребра над полом, шея ровная, пятки вместе сжаты, смотрим в пол и вытягиваем переднюю линию тела. Легкий прогиб, ребра висят над полом. Еще раз вдыхаем. Легкий приятный прогиб в спине. Выдох, опускаем ребра на пол. Руки кладем вдоль тела, ладонями. Вдох, локти выпрямляем, плечи повыше, лопатки сводим. Вдох. И с выдохом поднимаем вверх ноги. Шея ровная, вдох. Плечи поднимаем, лопатки сводим, локти выпрямляем, ладони прижаты к полу. Выдох. Еще раз вдыхаем. Выше плечи. Выше ноги, колени прямые, выдох. Сгибаем ноги в коленях, носки натягиваем на себя. Два. Поднимаем руки над полом и разворачиваем ладони вперед.
Так, теперь, не меняя положение ладони, берем изнутри. Раз. И два. Юра, поменял. Во. Во. Плечи вверх. Бедра приподнимаем над полом, если получается. Протянулся подбородок вперед. Вдох, старайтесь ноги сводить уже, если получается. Выдох. Подбородок вперед тянется, шею старайтесь сзади не сжимать при этом. Вдох. Еще раз. И выдох. Отпускаем. Отпускаем. Носки вместе. Отталкиваем пол. Отжались. Подходим руками к коленям. Колени поднимаем. Носки, пятки вместе. Наклоняемся между бедер. Пятки вниз. Шею расслабляем. Стараемся пятки опустить на пол. Два. Хорошо. Вытягиваемся, вытягиваемся. Прежде всего пятки, свет шею расслабляй, голова вниз свисает. Вот так. Шея расслаблена, плечи расслаблены, лопатки разведите в стороны, тоже расслабьте. Позволяем вытянуться спине, тазобедренной зоне. Выдох, осознанно удлиняем. Здесь еще раз вдыхаем. И выдыхаем. Подтягиваем руки к себе. Ближе ставим к коленям. Колени уперлись у нас ближе к подмышкам. Пальцы средние смотрят четко вперед. Вес вперед подаем на руки. Поднимаем одну ногу. Ловим баланс. Можно в этом положении остаться. Либо две ноги поднимаются. Делаем полный вариант. Нижний бок асаны с согнутыми локтями. Легко. Хорошо. Выдох, колени повыше к подмышкам, повыше, повыше, как можно выше. И колени чуть выступают вперед. То есть мы их подмышки не упираем, они возле подмышек, но выступают вперед за руки. Пробуй, пробуй, пробуй. Плечоди. Чуть-чуть через руки. Пальцы вперед. Вот эти средние пальцы четко прям. Угу. А теперь колени повыше, вот сюда, колени. Под эту зону, вот сюда. Не спешите, не спешите. Главное тут техника. Чуть-чуть подтягивайте колено, вот сюда. Теперь вперед подавайте вес. Попробуйте одну ногу оторвать, одну. Рассказывай. Ну еще раз. Тогда на двух ногах, ноги внизу стоят на полу. Просто поймайте это положение, привыкнуть к нему. Во, вот так. И больше плечи вперед поддавать. Больше, 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 больше. Вес на руки поддавать. Руки будут силу развивать. Хорошо. Выходим из этого положения. Опускаемся на колени. Садимся. Пятки вместе. Садимся на пятки так, чтобы пальцы были под себя. Выпрямляем спину. Вдох. Руки вверх. Ладони друг на друга. Вверху руки развернули наружу ладонями. Уводим руки назад с прогибом, выдох. Опускаем руки на колени. Отталкиваем от себя колени руками. Накруглилось, вдох, опять руки вверх. Вверху руки развернулись наружу. Прогибом, выдох, руки вниз.
на колени. Оттолкнули от себя колени, округление спину, вдох, руки вверх. Вверху руки разворачиваем, лопатки сошлись, выдох, с прогибом руки на колени, округлили спину, подбородок, ямки под горлом опустился, вдох, руки вверх, ладони наружу, прогиб, выдох, руки вниз на колени, оттолкнуть, вот, еще раз, руки вверх, пятки, подошвы болят, конечно, выдох, руки вверх. Вытягиваются большие пальцы ног, подошвы стоп, вдох, поднимаем руки вверх, встаем, выдох, руки вниз и на пол, впереди коврика, левая нога впереди, правая сзади, вдох, нога, которая сзади, на колени, переднюю ногу поставьте так, чтобы был острый угол в колени, поближе к себе, за спиной делаем замок правой рукой, беремся за левое запястье, выталкиваем грудь вперед. Приподнимаем подбородок, лопатки сводим, вес больше на выпрямленную ногу. Насколько тянутся? Не можешь? Вдох, колено четко прямо смотрит. И лопатками грудь проталкиваем вперед. Выдох. Колено поближе, стопу вернее поближе, кстати, так, ну, чтобы пятка не отрывалась от пола. Тут острый угол, и будет еще тянуться задняя поверхность ноги, которая впереди. Меняем замок левой рукой за правое запястье, беремся. Грудь вперед. Вдыхаем. Выдыхаем. Вот, еще раз. Хорошо, руки вверх поднимаем, вдох. Потянулись за руками, прогнулись. Выдох, руки вниз. Открываем возле стопы. Выпрямляем левую ногу, носок левый вверх. Правая рука возле левой стопы. В одной плоскости у нас левая нога, во второй плоскости колено и в третьей плоскости рука. Так у вас будет лучше равновесие получаться. Левой рукой вытягиваемся, выталкивая левый бок. Таз закрыт. Шею с левой стороны расслабляем. Вдох. Рукой отталкиваете пол. Так, чтобы почувствовать вытяжение левым боку. Нога будет, конечно, тянуться сзади. Вдох. Шею тоже расслабляем, чтобы тянулась слева. Выдох, рукой вытягиваемся, ладонь направлена вниз. Колено может чуть-чуть перезгибаться. Вах. Так, Света, что-то не так у тебя. В другую сторону. Левая нога, правая рука. И руку вперед, вперед, вперед. Возле пятки рука у нас собирается. Ага, о. Тянемся, рука возле пятки. Хорошо, и вытягиваемся, вытягиваемся, руку выпрямляем в локте. Хорошо, опускаем вниз руку, вдох. Вводим назад левую ногу. Выдох, правая нога вперед. Сгибаем ее в колени. Острый угол передней ноги. Колено над носком получится. Есть разные 90 градусов такой вариант. Сейчас мы делаем более острый угол. Передней ноге. Вес на выпрямленную сзади ногу. Прогиб. За спиной пальцы переплетаем. Сжимаем основание ладони. И выворачиваем, если получается так, чтобы локти не сгибались. Вот так. Хорошо. Вдох. Приподнять подбородок. Толкаем вперед. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Меняем замок за спиной. Пальцы смещаем на один. Второй замок неудобный, непривычный. То же самое выворачиваем замок. Наружу. Локти прямые. Вдох. Прогибаемся. Выдох.
Еще раз вдох. И выдох. Хорошо. А, постоянно. Вдох, руки вверх. Потянули за ними. Прогнулись, вытягиваясь за руками. Выдох, опускаем. Выпрямляем правую ногу перед собой, носок вверх. В одной плоскости нога, во второй плоскости колено опорное, в третьей плоскости левая рука. Левая рука напротив правой пятки. Стараемся ногу выпрямить, но она может быть присогнута. И вытягиваемся правой рукой, ладонь вниз направлена. Вот. Толкаем правый бок выше. Хорошо. Что вот так. Вот. Два. Голову расслабляем, чтобы она свисала вниз. Шея чтобы тянулась, но взгляд прямо. Вот. Еще раз. Хорошо, опустим руку. Два. Представляем левую ногу вперед. Выдох, ложимся. Ноги выпрямляем, носки оттягиваем от себя. Руки в кулаки сжимаем, упираем локти в пол. Отталкиваемся затылком, локтями от пола. Локти максимально близко к корпусу. Раз подвернуть. Мысли хочется на ягодицах, на локтях и на затылке. Спина приподнята над полом. Мы стараемся локтями хорошо максимально оттолкнуть пол, чтобы лопатки максимально толкнули вверх в грудь. Вдыхаем. Выдох. Можете опустить плечи на пол, если получается, и толкаться всей поверхностью плеча. От плечевого сустава до локтя. Вот этой зоны, это у нас плечо. Мы отталкиваемся еще раз. Стараясь подворачивать таз и прогибаться в грудном отделе. Шея прямая обязательно. Напрягается в прямом состоянии, то есть без загиба, залома. Еще раз вдыхаем. Носки натянуты. И выдох. Опускаем спину на пол. Вдох. Носки натягиваем на себя, голову поднимаем. Выдох. Отталкиваемся локтями, вытягиваем. Поясница прижалась к полу, подбородок прижался к груди. Руки ниже ягодиц держат у нас бедра. Так, локти толкают пол. Поднимаем ноги. Вдох. Лежа на пояснице. Вдох, можно изгибать ноги, если нужно. Выдох. Включаем пресс. Опускаем ноги. Вдох. Пальцы переплетаем, беремся за голову. Вытягиваем шею. Вдох. С выдохом поднимаем ноги вверх. Вдох, можно присогнуть. Поясница на полу. Выдох, толкаем голову хорошо-хорошо вперед. Еще раз вдыхаем. Работаем прессом. Выталкивайте голову, вытягивайте шею сзади. Выдох. Опускаем пятки на пол. Меняем пальцы. Смещаем на один. И опять толкаем голову вперед. Вдохнули. Шея потянулась. Сзади с выдохом ноги вверх. Вдох. Носки оттягиваем теперь. Выдох. Пресс работает, еще раз вдыхаем. И выдох. Опускаем пятки на пол. Опускаем затылок на пол.
Руки в стороны. Сгибаем правую ногу, ставим ее справа за ковриком и смещаем таз вправо к этой согнутой ноге. Левой рукой берем правый носок. Выпрямляем правую ногу и опускаем ее аккуратно с левой стороны. Левая рука держит правый носок. Скрутка. Правое плечо на полу и правую руку располагаем напротив лица, напротив глаз приблизительно. Плечо на полу, правое, не отрывайте его от пола. Выдох. Хорошо. Так, Юра не в ту сторону скрутился. Приятное положение. Старайтесь распрямлять ногу в колени. Сгибаем ногу в колени, подтягиваем к себе, держа за носок ее. Подтягиваем, насколько получится, и колено вниз к полу. Правое плечо при этом остается на полу. Не отрывайте плечо от пола. Но углубляется тут скрутка, больше потянемся в области хребта, низ за спины. Еще раз вдыхаем. И выдох. Хорошо, разворот. Центр. Вдох. Сейчас пойдем по центру. Правую ногу выпрямляем. Левую. Сгибаем, ставим слева за ковриком, смещаем влево. Раз. Правая рука берет левый носок. Ногу выпрямили, опустили. Левую ногу с правой стороны. Лицо развернулось, смотрит на левую руку. Рука выпрямлена, плечо левое на полу. Вдыхаем. Выдох. Кибаем ногу в колени, подтягиваем к себе. И колено вниз к полу. Рукой держим правой рукой левый носок. Продолжаем удерживать. Колено ниже, плечо левое на полу. Глубже скрутка, вытяжение хребта. Внизу спины. Еще раз вдыхаем. И выдох. Хорошо, разворачиваемся в центр. Сейчас пойдем по центру. Подтягиваем ноги к себе, обнимаем. Покачиваемся вперед-назад, на спине от креста до лопаток. Раз, два, три, от креста до лопаток. Четыре, пять, спина круглая, массируем мышцы вдоль позвоночника. Шесть, семь, еще раз. Садимся здесь. Ноги выпрямляем. Перед собой руки за спиной, опираем пальцами назад. Руки вперед. Отталкиваем. Вдох.
Лопатки сводим, голова уходит назад. Выдох, таз подворачиваем, сжимаем корневой замок, промежность втягиваем, удерживаем. Чувствуем грудной отдел, там межброви смотрят. Выдох. Концентрируйте внимание на удерживание корневого замка и прогибе в грудном отделе. Еще раз вдыхаем. Горло здесь может потянуться, если голова у вас полностью назад ушла. И выдох. Глаза направлены в область межбровья. Поднимаем голову. Вдох. Вытягиваем за подбородком. Руки перед собой. Выдох. Носки натягиваем на себя, колени присогнули, живот уприте на бедра. Выпрямьте шею. Вдох. Руки вверх. Вперед. Потянули за руками. Поглубже вдохнули. И с выдохом опускаем руки на носки. Беремся за носки руками. Локти вниз. Уходим в наклон. Если получается, ноги выпрямляются. Если нет, остаются присогнутыми. Животом подталкиваем бедра вперед. Вдох. Должен живот обязательно на бедрах лежать. Прижиматься к ним. Выдох. Голову опускаем вниз, чтобы шея расслабилась. Лопатки разводим в стороны. Плечи тоже вниз. Локти согнуть и тоже. Локти тянем к полу. Руками подтягиваем себя вперед. Животом подталкиваем бедра. Тоже вперед. Вдыхаем. Корневой замок помним. Во время практики постоянно его стараемся сжимать. Прорабатываем постоянно зону нижней чакры. Делаем корневой замок мулабандху. И еще раз. Глубже вдох. Потянули лицо макушкой вперед. Шея расслаблена. Лопатки расслаблены. Колени у нас могут быть присогнуты. Выдох. И под коленями тоже стараемся расслабить. Чтобы лучше потянулось. Со вдохом поднимаемся. Выныриваем. И ложимся на спину в шавасану с выдохом. Ноги врозь. Спину раскатали, пятки выталкиваем. Руками голову приподнимите, расслабьте шею. Опустите затылок на пол и помассируйте волосяную часть головы. Массируем, массируем. Хорошо, приятные ощущения в голове. Оживляем эту зону, вызываем приток крови в область волосяной части головы. Хорошо, кладем руки вдоль тела ладонями вверх. Пошевелите плечами, расправьте их тазом, пошевелите пятки, вытолкните. Тело хорошо вытянулось, растеклось по полу. Делаем глубокий, глубокий полный вдох, ладони вверх направлены. И с выдохом отпускаем дыхание полностью во всем теле. Расслабляемся. Накатываемся вниманием от пальцев ног вверх. Расслабляем нижние конечности. Пальцы в рук вверх проходим. Расслабляем верхние конечности. По задней поверхности туловища пройдите вниманием и расслаблением
От ягодиц вверх плечам, ослабляем ягодицы, поясницу, широчайшие мышцы, спины, лопатки, плечевой пояс, трапециевидные мышцы, позвоночный столб от копчика до затылка. Проходим вниманием, расслабляем позвоночник, позволяем ему удлиниться от расслабления мышц вдоль позвоночника. Расслабьте переднюю поверхность туловища теперь. От паха вверх, живот, грудную клетку, грудь, ключицы. Расслабьте правый бок и правую подмышку, левый бок, левую подмышку, плечевой пояс, задняя поверхность шеи, передняя поверхность шеи, горло, всю голову. Вся голова расслабляется, затылок, макушка, тень, все лицо, все мимические мышцы на лице расслабились, головной мозг, глаза, все тело расслабилось. Отдельно расслабьте скулы и корень языка, дыхание станет легче, приятнее. Вставляем вдох через поры кожи, всем, всей поверхностью кожи представляем вдох и выдох. Внимание расфокусировано внутри тела, распределено равномерно. Вдох всей поверхностью тела через поры кожи. Выдох. Вдох еще раз порами кожи. Выдох. Шевелим пальцами руки ног, сжимаем, разжимаем ладони, голова вправо-влево, плечи пошевелились. Приходим в себя, со вдохом подтягиваемся, вводя руки за голову, как после сна, потянули, вытянулись, вытянулись, вытянулись. С выдохом переворачиваемся на правый бок. Изгибаем колени на боку, делаем вдох и выдох. И садимся. Положение с ровной спиной, скрещенные ноги в удобном положении. Сжимаем корневой замок, промежность сжали, подтянули. Живот ниже пупка в тонус, подбородок чуть ниже, шея выпрямилась. Ровная линия выстроилась в теле, восходящий вдох из вверх. Выдох сверху вниз. Вдох снизу вверх. Выдох сверху вниз по центральной оси тела. Еще раз вдыхаем. Поднимаем внимание. И выдыхаем, опускаем его внутри тела по центральной оси. Со вдохом руки вверх. Поднимаем. Подтягиваемся. Повыше, повыше, довдыхаем, еще выше вытянулись, и выдох, опускаем руки вниз к груди. Намасте. Здорово. Марина повторяет, поздравляю вас.